угара чаек. На день варенья. Дик. Бюджетный, дешевый, но с глюкозом 5,3 на борту. Ну не софтач, но такое матовое. Уматовое. Что тут? Ох ты! Амбишурки. Котики. Type-C. Цена от $25 и выше. Конкретно эти. Можно было заказать дешевле, но нужно было бы ждать из Китая. На каждом написано левый либо правый. И здесь, куда какой ложить, тоже написано. Какая-то там вещь еще. Надписи. Кнопка, где кнопка? Кнопки нету. Обманули, кидалово. Но в принципе. Так, литературка. На разных языках. Даже есть арабский. О, и русский. Если что-то не будет работать, можно будет почитать. Здесь чего? Ну, то же самое, на разных языках. Так, нам надо скачать приложение по ссылке QR-кода. Текс. Где же у нас тут есть? От 20 ГГц до 20 кГц. Что-то такое там было написано на сайте. Так. Будем сканировать. Давай, есть, перейти на сайт, это, наверное, для проверки. Так, бла-бла-бла, Google Play, установить. Прикольный, но маленький, ух ты, он еще и желтый внутри. Пакетик прям как термоусадка, плотный. И тут еще нарисовано. Так, ничего, скачалось. Устанавливается. Открываем. Следующий, хорошо. Так, тут еще регаться надо. Ну, в общем, послушаем, потом добавим. Да ничего, так орут. Звук довольно чистый. Если их положить, пауза не включается. Тут где-то кнопки.
пауза. Самое прикольное то, что вот это вот прикольно играет.